Доброе утро, братья и сестры. Слава Господу, что мы в Доме Божьем, в Доме Божьего хлеба пришли сегодня покушать то, что нам Господь сегодня дал, приготовил. Слава Господу. У нас это есть благодарность. Благодарности. Сестра Тамара, спасибо Господу за исцеление локтей. Спасибо, дорогие братья и сестры, за поддержку в вере. Аминь. Также сестра Мила, Господь исцелил от простуды. И тебя тоже. Слава Господу.
вам, Господь наш Исцелитель. Аминь. Ну, давайте мы сейчас помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, Господь, мы так благодарны Тебе, Боже, в это воскресное утро, Господь, что мы находимся здесь, Боже, в Доме Божьем, хлебе Божьем, где на улице такой стужа, Господь, а здесь всегда светло, уютно, благодаря нашим сестрам, Господь, которые убирают, сестра Тамара, сестра Валя, Господь, благослови, Господь, их руки, Боже, их сердце. Также благодарны за наших братьев, Господь, которые тоже проделывают такую работу, Господи, когда мы можем наблюдать эти экраны, Господь, это музыка, Господь, свет и все прочее, Господь, это тоже такой большой труд проделан, Господь, благослови, Господь, их, Боже. И сейчас, Господи, мы просим Твоего благословения. Благослови, Господь, это слово, Господь, которое сегодня прозвучит, Господь. Благослови, Господь, проповедующего брата, Господь, кто сегодня будет проповедовать, Ты знаешь, Господь, чей жребий выпал на кого, Господь. Благослови, Господь, наше поклонение, Господь, мы так рады, Господь, так хотим, Господь, любим поклоняться Тебе, Боже, возносить хвалу, Господь, уст наших, Господь, прими, Господь, Боже. Прибудь, Господь, с нами сегодня. Сойди, Господь, к нам, Господи, проходись передам, Господь, касайся наших сердец, Господь. Пусть, Господь, мы получим это исцеление, Господь, исцеление тела, души, Боже. Кто нуждается в чем, Ты знаешь, Боже. Ответь на нашу нужду каждого, благослови, Господь. Спасибо Тебе, Боже. Благослови, Господь. Прибудь, Господь, с нами. Мы отдаем это служение, это и время Тебе, нашему Господу Иисусу Христу. Аминь, Господь. Святые. Рад приветствовать всех, кто здесь, кто на трансляции. Слава Господу, что мы можем поклоняться Ему. Аминь. Мы живы и здоровы, мы можем славить нашего Господа. Аминь. В здравии, в силе. Слава Богу. Я верю, что мы пришли с жаждой сегодня утром услышать Его Слово. Аминь. И полить поклонением то, что в нас уже есть в сердце. Я, знаете, под впечатлением той проповеди во вторник пастора, я верю, что он будет продолжать и просто в предвкушении того, что Господь приготовил нам на сегодня. Пусть вас Бог благословит. Я больше не полагаюсь на разум свой. Тебе, Господь, доверяюсь, ведь Ты будь мой. Чем больше я постигаю твои мысли обо мне, тем больше я выражаю в
Твою волю на земле. Ты мне дал разум свой, чтоб идти за тобой. Ты моей стал главой, мой Господь, и теперь я полностью твой. Хлеб жизни, Господь, ты снова мне преломил, чтоб каждым твоим я словом сегодня жил. Чем больше, Господь, вкушаю из раскрытой книги я, тем больше преображаюсь обновлением ума. Ведь ты мне дал разум свой, и ты моей стал главой, мой Господь, и теперь я полностью твой. Все больше я умоляюсь, ты возрастай. Все больше опустошаюсь, ты наполняй. Чем больше с тобой гуляю по просторам слова я, тем больше я понимаю, как с пути убрать себя. Ты мне дал разум свой, чтоб идти за тобой. Ты моей стал главой, мой Господь, и теперь я полностью твой. Мой Господь, и теперь твой. Аллилуйя. Мы благодарны Господу, что Он будоражит наше гнездо. Аминь. Он не дает нам заснуть в нашем комфорте. Он продвигает нас вперед. Он ободряет нас проделать еще один шаг. Аллилуйя. В полночь раздался крик. Вот идет жених, Господь в восхищении. Соберет всех святых, о, встань, попростой светильник, пусть любовь Христа в тебе горит. Жизнь твоя пусть говорит, Бог сегодня в невесте открыт. Мир погряз в кромешной темноте, а сердца в церковной дремоте. Но есть люди избранные, святые, в удел урожай, но созрел на Господних полях. Восхищение,
себя. Ей одежда праведности Господа дана, и сияет она. Жизнь моя пусть говорит, что Бог сегодня в невесте открыл. Аллилуйя! Слава Господу, друзья, за прекрасное воскресное утро, за это солнышко, за эту благодать, которая... Бог являет для своих детей. Мы благодарны Ему, что мы еще можем собраться. И поэтому пусть Бог благословит вас. Перед, может, молитвой я хотел бы прочитать несколько строк с Священного Писания. Открой, сестра, пожалуйста, песню песней. Вторая глава с 10 стиха. Мы пришли, правда, поправить свои светильники. Мы приготавливаемся к этому. И вот эти слова звучат, меня это очень так проговорил, даже вот с этой песни, как брат Андрей, сейчас вот святые пропели. Возлюбленный мой начал говорить мне. Понимаете? Мы приходим для того, чтобы... И ты даже до этого уже начинаешь слышать его голос, правда? Поэтому, друзья, возлюбленный мой начал говорить мне. Он начинает говорить тебе, мне, нам, чтобы мы могли бы просто встрепенуться, поправить свой светильник. Встань, понимаете? Чтобы мы именно вот не упивались бы этим вином, как наш пастырь показывал, своих дел. Понимаете? Бог примет его дела. Понимаете? Не наши дела примет, а примет его дела. Творить волю его. И... верить, кого Он посылает. Да поможет нам Бог, друзья. Вот, вот так настроиться, так смотреть. Иначе мы будем засыпать. Нам мы должны оставить бутерброды, кофе, как мы говорили там с братом Андреем, по-моему, Богушевичем. Потому что сейчас вот это такое время, оно, особенно когда мы остаемся по домам, это очень расслабляет. Ты можешь в халатике сесть, ты успеваешь и трансляцию включить, все. Но приготовила ли ты себя, приготовил ли ты себя, чтобы услышать, что Он начинает говорить тебе? Вот это важно для нас, понимаете? Это для нас важно. И Он говорит, встань, то есть приготовься, встань. Возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, а куда выйди? Навстречу ко мне. Сейчас начнет слово изливаться, понимаете? Слово начнет изливаться. Елей – это вино. Следующий стих. Вот зима уже прошла. Понимаете, для тебя уже эти осуждения, суды, все прошли. Это Бог говорит тебе. Дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле. Время пения настало. То есть кто-то должен отреагировать на это. Ты ухватил или нет? Или это, о, это так тяжело, о, это пандемия. Друзья, так мы, если, при чем здесь это? Можно сказать, о, мы не можем собраться в церкви. Ну как же так? Я же так хочу, у меня такое желание, у меня такая жажда. Так церковь, ты, значит, у тебя откровение неправильное. У тебя понятие неправильное. Церковь – это вызванное означает. Это не означает здание со шпилем и все такое. Это видимая часть. Но церковь – это вот, это кто остался там, там. Это, кажется, а, они разбросаны. Церковь – это вызванная. Встань, выйди навстречу мне. Вот она, церковь. Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей.
Аллилуйя. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Это же про вас. Он про возлюбленность говорит. Он вдыхает, понимаете? Это не просто там, а вот зима прошла, сейчас весна. Да нету еще почек. Но вы те смоковницы, вы тот сад, вы эти лозы, которые издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Господь Иисус, мы так благодарны Тебе за этих избранных людей, Господь, которые вызваны голосом жениха, которые встрепенулись, которые протрезвели, можно сказать, от дел своих, которые увидели, Господи, Твои дела, которых Ты избрал, которых Ты начинаешь помазывать этими благоуханиями. С этих высоких гор, где эта чистота, где, Господь, где это мира расцветает, где это драгоценные елеи, Господь, это масло выжимается, Господь, которое на откосах скал растет, это драгоценная мира. Когда-то эта блудница, все, что она имела, она пошла и купила, когда она увидела нужду, что ты, как это слово, как седьмая печать в этой маленькой хижине, палатке, сидел там, оплеванные смеяны, но она увидела эту нужду через эту щелочку, может, через это окошечко. Она пошла, купила, пробилась, Господь, через те, ту формальность, через эту холодную церковь и помазала слово. Своими волосами и слезами умывала, Господь, это слово. Помоги нам выйти сегодня, чтобы помазание Твое исходило из престола, когда будут святые воспевать Тебе, когда мы будем поклоняться Тебе. Боже мой, мы хотим реагировать на это. Встать и выйти. Потому что голос жениха звучит. Возлюбленный начинает говорить. О, Господь, пусть это благоухание приятно будет Тебе. От этих избранных сосудов, которые мы смотрели там на связи с нами, на трансляции. Российский Донецк, Господь. Благослови их там, Господь. И наших дорогих братьев и сестер в Казани, Господь Иисус. Благослови, у них привилегии, они могут собраться вместе, полным составом. Дай им ценить это время. Мы уже не можем так. Но мы имеем откровение, как мы можем угодить Тебе. Благослови, пожалуйста, Господь, Твой народ. На Украине, в Прибалтике там, Господь. В Канаде нашу сестричку благослови, Господь. Сестру Лену и дочку ее, Господь. Пусть до туда дойдет Твое помазание. Пусть откроются эти источники вод. Аллилуйя. Дай нам сегодня быть приготовленными, когда будет говорить Господь Дух Святой через пастора, чтобы народ Твой был бы приготовлен, чтобы этот сад издавал благоухания свои, чтобы никто не заснул, Господь, чтобы никто не проспал посещение свое. Ты будоражишь, Господь, нас. Господь, Ты окапываешь, Господь Иисус. Благодарны Тебе. Мы любим Тебя и воздаем Тебе славу и честь. Не пройди мимо нас. Благослови пожертвования Твоего народа, Господь, чтобы восполнить нужды, Господь. И за все слава. Благослови поклоняющихся. Мы отдаем это время Тебе в руки Господа Иисуса Христа. Господь, я хочу вспомнить нашу там сестричка, сестра Лена с российского Донецка и брат Андрей, они написали мне вчера эту нужду. Ее мама в реанимации сейчас. Мы, как тело верующих, создаем эту цепочку веры, поднимаем свои руки и просим, Господь, ступись за нее. Я не знаю, она спасена или нет, Господь. Господи Иисус, Ты знаешь ее. И мы отдаем в руки Господа Иисуса Христа.
маму нашей сестры. Позаботься о ней, Господь. Особенности для ее души. Мы поздравляем ее, она тоже говорит, у нее родился внучок вчера. Пусть благословение прибудет на нем. Усмотри нужды народа твоего сегодня. И за все тебе да будет слава Иисусу Христу. Аминь. Аминь. Поприветствуйте друг друга. Приступили к горе Сион, мы приступили к ограду Бога, небесному Иерусалиму мы сегодня подошли. Дано облечься нам светлый песок в чистое Божье слово, праведность святых восстать. Ибо свет твой зашел над тобой, ты освящаешься Богом самим. Пусть видят все народы, племена, невеста в сети, вырази буквальную жизнь Христа. Космам ангелов мы подошли, торжествующему собранию церкви первенцев, чьи имена записаны в небесах. Своей кровью Он нас искупил, запечатал своей печатью, знаком начала. Восстань, светись, Иерусалим, зашел над тобой, ты освящаешься Богом самим. Пусть видят все народы, племена, невеста сидей, вырази буквальную жизнь Христа. О, мы приступили к земле живых, приступили к земле живых. Он воскресил нас к вечной жизни. О, насколько мы приблизились к бессмертию в этот день. Призвал названием святых и по делам по благодати, данной во Христе. Восстань, светись, Иерусалим, свет твой зашел над тобой, ты освящаешься Богом самим. Пусть видят все народы, племена, невеста сидей, вырази буквальную жизнь Христа. С этим словом, которое звучит на сегодняшний день. Бог по милости своей дал мне быть в числе Его детей, позволил царской родословной быть и семя веры на земле явить. Я в числе того народа, кто водим был Духом Бога и пробивался с веру веры
обстоятельства все покорит, кто на земное не взирал, Божьи мысли познавал, точно знаю, я один из них. Я могу отождествиться с теми, кто Бога не постыдился, кто был отвержен, осмеян миром, ночью в небесах не с имя. Я в числе святой той церкви, что стоит нам откровение, что под главенством и смирением ее не одолею, даже ада врата. Все почел, читаю я для того, чтобы познать Христа, и перед словом я смирил себя, чтобы с ним мне и прославиться. Ведь наши временные страдания не значат ничего в сравнении с Божьей славой, которая откроется вскоре в нас. Вышней цели растираясь, я за веру подвязаюсь и храню себя в любви Христа. Аллилуйя! Я могу отождествиться с теми, кто слова не постыдился, кто был отвержен, осмеян миром, ночью в небесах не с имя. Я в числе святой той церкви, что стоит на откровении, что под главенством мне слово открывает жизнь мою, и вижу в Библии я роль свою. Я один из тех, ком слово действенно и живо снова, подобие его и образ восстанавливает Бог нас. Частью слова его являясь, все больше отождествляюсь. О, что за славный и великий час! Аллилуйя! Я могу отождествиться с теми, кто слова не стыдится, кто отвержен, осмеян миром, ночью в небесах и с имя. О, я в числе той церкви, мало-помалу, но мы идем в этой вере. Аминь. Я с верой во имя Иисуса хожу и пою в пути, Иисусу доверяя, принимая все, что он готов ли принять сегодня, все, что он хочет дать. Буду идти, рукоплескать, Бога прославлять. Во имя Иисуса хожу и пою в пути. Дружусь для Божьего Царства. Дружусь для Божьего Царства, идя к небесам. За драгоценный жемчуг целый мир я отдам. Времени мне жаль для увлечений пустых. Хочу я больше благ неземных.
дать, я смелей в обещанный край буду идти, рукоплескать, Бога прославлять, во имя Иисуса хожу и пою в пути. Христос меня наполнил, и я Его часть, лишь на Него взираю, Бог не даст мне упасть. Нахожу я в Слове все, что нужно мне знать, и веселит дьявол, чтоб меня искушать. Все, что Он мне хочет дать, я смелый в обещанный край буду идти, рукоплескать, Бога прославлять, во имя Иисуса хожу и пою в пути. Аллилуйя! Чудно поклоняться в этой свободе и истине. Аминь. Когда Господь открывает нам это слово, мы можем двигаться вперед, осознавая, что Он держит крепко нас за руку. Аминь. После этой песни подготовьте, пожалуйста, сольную. Я верю в завершенный труд моего Христа. Все обстоятельства пройдут, но Божье слово никогда. Болезнь и грех, вина и страх не могут больше угнетать. Ключи теперь в моих руках, и мне дано все побеждать. Я свободен, воссиял день мой. Я свободен быть самим собой. Я свободен парить цепи все. Все возможно во Христе. Знаю, все возможно во Христе. Я верю в поручение, дал мне Бог свое. Идет князь мира, но во мне он не имеет. И цепью обстоятельств я могу создать вокруг себя ту атмосферу, где сам Бог, дух каждый под контроль возьмет. Я свободен, воссиял день мой. Я свободен быть самим собой. Я свободен, пали цепи все. Знаю все, возможно во Христе. Знаю все, возможно во Христе. Я верю, что сегодня Бог тот же, как вчера. Ту жизнь, которой жил пророк, невесте выразить пора. Теперь настал уже тот час Христу прославиться и нас. Свободен Дух Святой. О, давайте сейчас послушаем, как сольные инструменты поклоняются. Можем поклоняться.
поклоняться. Я свободен, воссиял день мой. Я свободен быть самим собой. Я свободен, пали цепи все. В протяжении семи периодов церкви представители другой цивилизации свет несли, но во время перехода происходят изменения, и теперь носителями света являемся мы. Если спорили на меня, что светильник мой не угас, пусть светит он ярче звезд небеса, чтоб заниматься мне делом. Во свете твоем ходить, подобно как ты. Пусть светильник мой горит в период темноты. И когда враг приходит вновь, как наводнение, Боже, дай, прошу мне откровение. Прошу мне откровенье. Через земное рождение вошли мы тело слова, но Господь дал благодать нам, и теперь свободны мы. Боже, дай мне быть готовым свое время свет выражать, чтобы тьме духовной противостоять. И здесь твой лик на меня, чтоб светильник мой не угас, пусть светит он ярче звезд небес. Светильник мой горит в период темноты. И когда враг приходит вновь, как наводнение, Боже, дай, прошу мне откровенье. Боже, дай, прошу мне. Хочу теперь познать я Божьи мысли, что понять.
все больше в общении с Ним я буду ходить. Дай познать, о Боже, волю Твою, чтобы угодно было Тебе во мне обитать, чтобы оазисом я был. Хочу во свете твоем ходить, подобно как ты. Пусть светильник мой горит, берю темноты. И когда враг приходит вновь, как на наводнение, Боже, дай, прошу мне. Любовь агапы наполняет, и в ситуации любой все наше видение меняет, картину видим мы другой. Любовь задействует в нас веру, чтоб атмосферу создавать, и суверенная на смену приходит в силу благодать. Бог поднимает нас на уровень божественной любви. Ведь со Христом палатку маленькую мы вошли, где как печать седьмая Он себя нам может открывать. Божественной победу совершать, Бог поднимает нас на уровень.
божественной победу совершать. Христом в палатку маленькую мы вошли, где, как печать седьмая, Он себя нам может открывать, чтобы в любви Его божественной победу совершать. Бог поднимает нас на уровень божественной любви, ведь со Христом в палатку маленькую мы вошли, где, как печать седьмая, Он себя нам может открывать, чтобы в любви Его божественной победу совершать. Божественной любви, ведь за Христу в палатку маленькую мы вошли, где как печать седьмая Он себя нам может открывать, чтобы в любви Его божественной победу совершать.
за это явление этой любви, потому что сегодня мы знаем, что вновь был выражен Сын Человеческий в этой божественной любви. Слава Господу! Всех вас приветствую именем Господа Иисуса Христа. Всем добрый день. Это воскресный день. Сегодня последний день зимы. Наступает весна скоро. И мы будем иметь тоже наш праздник в марте месяце. Это день нашей годовщины, так что скоро будем тоже справлять. Вот, конечно, не сможем мы все в церкви это сделать, но ничего, все равно мы проведем немножко так праздничные дни. Вот, и вспомним ту победу божественной любви, которую он совершил здесь, в городе Вильнюсе, в наших сердцах. 28 лет назад была рождена церковь. Я очень благодарен Богу за эту благодать, которую он нам дает. И с тех пор мы можем двигаться в этом откровении. Уже много очень прошло времени, почти 3 десятилетия. Но мы так благодарны Богу, что за это время эта божественная любовь настолько выразилась к нам. Слава Богу за эти песни. Спасибо тем певцам, которые пишут эти песни. Они получают это вдохновение. Когда Оночкина мы слушали эту песню, Жанна, которая исполняла это, Яночка, вот, которую спела. Мы очень благодарны Богу, знаете, и я очень благодарен за все те дары, которые работают для церкви, и эти песни, они настолько глубокие. Слава Господу, друзья! Давайте мы сейчас помолимся еще, обратимся к Господу в молитве, чтобы Он благословил нас. Господь наш дорогой, мы так благодарны Тебе, что наша жизнь, она в руке Твоей. Мы благодарны Тебе, Господь мой, Боже мой, что мы вошли в эту маленькую палатку, Господь мой, Боже мой, где мы встретили эту седьмую печать, Господь мой, мы встретили Тебя, Боже мой, чтобы нам преобразиться, Боже мой, по образу и подобию Твоему, как пророк это делал, видел в видении, заходили изуродованные люди, уходили слабые, уходили калеки, больные. Но когда они проходили эту палатку, они преобразовались, они были восстановлены, Господь, они были возвращены к нормальной жизни, Господь мой, Боже мой. И мы так благодарны Тебе, что мы живем в это время восстановления, Господь мой. Спасибо Тебе, Господь мой. И мы отдаем это служение в Твои святые руки, Господь. Благослови нас, Боже мой, Твоим словом, благослови Твоим откровением, благослови, Господь, Твоей верой, Боже мой, благослови нас Твоим Духом Святым, Господь, благослови нас Твоей жизнью, благослови Твоей радостью, Боже мой, Твоей полнотою, Иисус. Мы нуждаемся Тебе, мы знаем, Господь мой, что все, Боже мой, доброе, все то настоящее, все то вечное, оно исходит от Твоего источника. Боже мой, некогда Ты сказал, все жаждущие, придите ко мне и пейте, берите эту воду даром. Боже мой, Иисус, Ты источник это, Ты битая скала, Господь мой, Иисус, и мы так благодарны Тебе, что была принесена жертва ради нас, Господь мой, чтобы эта скала, Господь мой, излила ту воду, Боже мой, жизни, Иисус мой, и мы могли бы, Господь мой, напитаться, Господь, Иисус, получить жизнь. Спасибо Тебе за все. Мы славим Тебя, нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Вы знаете, когда мы видим, когда человек там жил в Эдемском саду, Адам и Ева, эта семья, они имели всю благодать, они просто наполнялись этой благодатью. Писание говорит, просто роса сходила на эту землю, она не жаждала, она всегда была благословлена, и Адам, и Ева, они находились в этой благословленной земле. Но после того, как человек согрешил, земля была проклята. Земля была проклята, а мы знаем, что когда земля проклята, тогда нечто происходит, тогда дожди перестают на нее сходить. Тогда она начинает высыхать, тогда начинает проявлять не то, что она должна проявлять. Из-за этого проклятия земля начала высыхать, она перестала давать ту жизнь, она переставала. Теперь человек должен был в поте лица работать, чтобы как-то пропитать себя, как-то добыть что-то и так дальше. Но Господь говорит, я восстановлю. Я восстановлю, как он послал своего пророка Илию. Для чего? Для восстановления.
И Илия пришел и восстановил этот старый жертвенник. Он принес туда жертву, согласно Писанию, согласно Слову. Он восстановил все то, что было разрушено. И огонь сошел на эту жертву. И Бог принял эту жертву. И теперь Илия пошел, и он ожидал, что... И он ожидал, должен пойти дождь. Почему? Потому что проклятие, которое упало на эту землю, и земля высохла на протяжении многого времени, ни капли дождя не было на эту землю. Но Бог принял жертву. А если он принял жертву, значит, должен снизойти дождь. Аллилуйя! И мы благодарны ему, что Илия представлял того Христа. И мы знаем, что та жертва, которая была принесена на Голгофе, когда земля была под проклятием, когда все живущее стенало, когда она все было жаждала, когда она была под проклятием, но Бог принес эту жертву. Аминь! Он восстановил Слово. Он восстановил все, что было разрушено. Аминь! О, мой Божий, Бог принял эту жертву. А если Бог принял эту жертву, то Пятидесятница должна была сойти. Дождь должен был снизойти. И мы благодарны, что эти дожди начали не спускаться на эту землю. И мы знаем, что дальше опять было проклятие. Опять человек отступил. Опять первая церковь отступила. Но Господь говорит, я восстановлю. Я вновь восстановлю. И был Илия в наше время. Был Сын Человеческий в наше время. Для чего? Для того, чтобы восстановить опять разрушенный жертвенник, и эта жертва была принята Богом. Бог усмотрел это все это. И тогда что? Опять Дух Святой был развязан. Опять проклятие было убрано. И дождь Духа Святого начал нисходить на жаждущую землю для того, чтобы она принесла жизнь, чтобы она принесла плод, и плод с избытком. Мы просто находимся в этом. Аллилуйя! Поэтому, когда там Израиль умирал в этой пустыне, была битая скала. И с этой битой скалы опять пошли эти источники воды. Друзья, мы живем в это время. Мы благодарны, что Писание исполняется прямо перед нашими глазами. Да будет имя Божие прославлено. Итак, давайте прочитаем мы с вами. Я хочу сегодня именно говорить о восстановлении, время восстановления, то есть возвращение в первоначальное состояние. И мы сейчас прочитаем место Писания, и вы сядете. Бытие 20 глава. Бытие 20 глава, вы помните... Это место мы читали, не один раз читали. Это после того, как ангелы снизошли к Аврааму, и Сара была приведена в веру, и мы видим, что начался определенный процесс, и эти два уже старика, с ними нечто произошло, они стали молодыми, и мы видим через определенные обстоятельства, ну давайте прочитаем с первого стиха. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. Кадес, мы знаем, что такое Кадес в Варне, пророк показывает, когда Израиль перешел через пустыни, куда они пришли? Они пришли в Кадес в Варне. Они должны были теперь перейти на землю своих отцов. Они должны были прийти к тому обетованию, которое Бог сказал, что это обетование, эта земля принадлежит вам и детям вашим. И пророк говорит, что такое был Кадес? Это Кадес был это местом судилища, место суда. Где это было? В какое-то время было? Это было в конце седьмого периода времени, потому что мы живем в конце седьмого периода времени, в конце последнего периода Ладикийского периода. Тогда что это последнее? Это время пятидесятнического периода, когда должны были войти в свое обетование. Вы помните, они отказались от этого обетования, и они все погибли в той пустыне. Но Господь дал теперь тем верующим, а Он сказал о том, что они войдут в эту землю. Иисус Навин и Халев, и те молодое поколение, они вошли и стали этими наследниками. Остальные все пали костями. И мы видим, что Авраам и Сара здесь представляют верующих людей. Они не находились в неверии, они находились в вере. Они уже встретились с ангелами, они встретились с Сыном Человеческим, который стоял спиной к шатру, который имел развлечение мыслей, который дал обетование, скрою ли я от Авраама то, что я хочу сделать. Аминь. Это был судья всей земли, который стоял там и дал это обетование, и вывел Сару из неверия, ввел ее в веру. Итак, мы видим, что эти два верующих человека. «И сказал Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя». И послал Авимелех царь Герарский и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему, «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал,
Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне, она сестра моя? И она сама сказала, он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне, и я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк и помолится о тебе, и ты будешь жив, а если не возвратишь, то знаешь, что непременно умрешь ты и все твои. И встал Авимелех утром рано и призвал всех рабов своих и пересказал все слова сии в уши их, и люди сия весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему, что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя? Что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают. И сказал Авимелех Аврааму, что ты имел в виду, когда... И сказал Авимелех Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это дело? Авраам сказал, я подумал, что нет на месте сём страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей. И сделалась моей женою. Когда Бог повелел мне странствовать из дома отца моего, то я сказал ей, сделай со мною сию милость, и в конце не придем, какое не придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой. И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. Садись, пожалуйста. И возвратил ему Сару, жену его. Мне это очень нравится. Аллилуйя. Как бы дьявол бы не хотел бы что-либо сделать, как бы он не хотел ухватить избранную, предопределенную, он ничего не сможет сделать, он не может помешать Божьему плану, потому что уже слово было высказано. И небо и земля пройдет, но слово его не пройдет. Аминь. Бог знает, как исполнить это слово. И мы видим здесь Авимелеха. Мы видим, как он пытается захватить чужую жену. Мы видим это как подобно змею в Едемском саду, потому что змей хотел завладеть женою Адама. И мы знаем, что это, по сути, дело делал дьявол. Авимелех говорит, я в простоте это сердце свое делал, я этого не знал, ты скрыл передо мной и так дальше. Но дьявол вложил ему эту мысль. И он хотел, дьявол хотел что сделать? Нарушить план Божий. Он хотел все извратить, и он старался извратить, и у него было орудие, у него был Авимелех, как в саду, у него был змей, который то же самое совершил, что хотел Авимелех. Но Бог дает нам прообразы, Бог открывает нам тайну сегодняшнего времени, потому что это сегодня то, что, в чем мы сегодня живем. Аллилуйя! Слава Господу, друзья! Я немножко хочу возвратиться, как бы отойти от этой мысли, хотя это одна и та же самая мысль. И знаете, я перед вторником послал этот маленький клип с этим кофем и с этим рисунком и так дальше. И, знаете, просто вышло из памяти это во вторник. И я так, знаете, думаю, почему это вышло. Но когда сегодня готовился, вчера готовился, то я увидел, что это было именно для сегодняшнего дня, а не для вторника. И поэтому Бог просто убрал у меня это с памяти. И я немножко хочу остановиться, почему я обратил это внимание. Потому что это время, когда нечто происходит. То есть, когда мы видим этот маленький клип, мне он очень понравился, не помню, кто его выслал, но он просто такой замечательный. И мы видим, как на этом пении, такое кофейном этом там молоко и все это с кофе, капучино, или как он там называется, не имеет значения. Но рука мастера начинает нечто рисовать. И если вы заметили внимательно, там было сердце в начале. И теперь из этого сердца рука мастера выводит тот образ, той образ девушки, который начинает проявляться прямо из сердца. Аллилуйя! Очень благодарен Богу, Боже мой, потому что где-то мы с вами тоже находились. И мы находились в его мыслях. А где его мысли? Не только в его разуме, потому что мысли исходят из сердца.
Аминь. Поэтому мы находились прямо в Его сердце. Мы прямо находились в Его душе. Аминь. И из этой души начинает нечто проявляться. Рука мастера начинает выводить тот прекрасный образ. Аминь. Поэтому, когда мы видим, где мы были, и когда мы видим, как этот образ вырисовывается из этого сердца, аллилуйя, нечто прекрасное тогда вырисовывается, правда? Не какое-то безобразное, не какое-то пародия и тому подобное. Знаете, когда мы видим сегодня два сердца, мы видим сердце Божие, и мы видим сердце дьявола. Аминь. Одно сердце наполнено красотой, наполнено совершенством, наполнено той любовью, наполнено тем прекрасным выражением и так дальше, которое он выводил, когда мы читаем с вами «Бытие», и мы видим, все исходило из Божьего сердца. Вся эта красота, земля преображалась, этот Божий сад расцветал. Откуда это исходило? Из его сердца. А потом это вышли из его сердца, этот образ сына и дочери Божией и так дальше. Но дьявол также имел определенные мысли. И теперь он берет, он не может нечто сотворить, но он извращает. Он извратил этот образ этого мира. И поэтому, когда мы сегодня видим этот мир, когда мы видим все, что вокруг нас, когда мы видим это все царство, царство Эдем сатаны, как пророк назвал это, мы видим все обезображенное, видим все извращенное, мы видим боли, мы видим страдания, мы видим болезни, мы видим измены, мы видим ссоры, мы видим депрессию и так дальше. Мы видим все. Откуда это все появилось? Из чего-то сердца. Аминь. Из этого злого сердца, из этого испорченного сердца. Поэтому, вы знаете, неудивительно, что когда ты приходишь к человеку и встаешь человеком с испорченным сердцем, с извращенным сердцем, он всегда будет искажать твой образ. Он всегда будет говорить о тебе извращенном состоянии. Он никогда не будет выявлять твой совершенный образ. Аминь. Поэтому дьявол все искажает. Но когда мы подходим к сердцу, которое наполнено Духом Святым, которое наполнено вот этой Божьей божественной любви, которую мы слышали, то тогда эта божественная любовь будет показывать тебе, выявлять о твоем настоящем образе, говорить о том, кем ты являешься на самом деле, и ты будешь увидеть ту красоту, ты будешь видеть то совершенство. Аминь. О мой Боже, а мы нуждаемся в этом, друзья. Поэтому с кем ты дружишь, с каким ты сердцем находишься, какое сердце управляет тобой, твоей жизнью и так дальше, влияет на тебя. Это очень-очень много говорит. Поэтому, когда я увидел этот образ, друзья, этот маленький этот клип, он мне очень много показал. Поэтому, когда мы говорим об Иисусе Христе, в сердце которого мы находились, я благодарен Богу, что Он начал своей рукою мастера, начал нечто здесь выражать, восстанавливать тот замечательный образ, который не был виден, но становится выраженным все больше и больше, как эта рука мастера в этом клипе. Вы знаете, сначала думаешь, что он там рисует, что он там выявляет, и ты не видишь вначале не понимаешь, что он выражает, а потом ты видишь, начинают черты все больше и больше девушки выражаться, и ты удивляешь, как красиво, как прекрасно. Друзья, некогда это будет. И это не то, что твои дела, это не то, что твоя рука, не твои заслуги, это его рука мастера, которая нечто выражает. Ты просто наблюдаешь за этим, как выражается его невеста, как она становится все более и более ярко выражена. Аминь. Поэтому я очень хотел, чтобы вы могли бы посмотреть это, увидеть это. Может быть, память у вас останется, этот образ, как эта рука мастера вывела этот прекрасный образ. И я думаю, что когда мы видим это в Писании, тогда это останется для нас просто как образ замечательным, помогающий нам в нашей жизни. Пусть вас Бог благословит обильно. Итак, здесь мы видим момент, описывающий в этой месте. Мы видим Сару, которую захватил Авимелех, и он вывел ее из правильной позиции, в которой она находилась, и он перевел ее в ту позицию, которая не принадлежит ей. Аминь. Он ее хочет разместить совершенно в другой позиции. Но Господь наблюдает. Вы знаете, когда мы видим сегодня ту же самую Сару,
ту невесту Христа, которая появилась на этой земле, которая благодаря Божьей благодати была проявлена, мы видим, как дьявол начинает стараться что сделать? Увести ее из правильной позиции, чтобы поставить ее в неправильную позицию, и чтобы влияние неправильной позиции было теперь проявлено на ее жизни. Но Бог наблюдал за этим. Знаете, казалось бы, он опаздывает. Казалось бы, может быть, нужно уже сос кричать. Казалось бы, уже нужно что-либо делать и так дальше. Но у Бога все под контролем. И знаете, здесь Авимелех, он может присваивать себе и начинает говорить о том, что, он как бы удержался. Но когда Господь разговаривает с ним, он говорит: «Я удержал тебя от греха предо мною. Я удержал тебя». Это не Авимелеха была заслуга, не его простота, не его чистота, не его богобоязнь и тому подобное. Авимелех полностью находился под влиянием не Духа Святого. Если бы он был бы под влиянием Духа Святого, он бы расследовал бы это дело. Он бы не сделал такого бы дела и так дальше. Но он был под влиянием совершенно другого духа. Он был под влиянием дьявола, этого духа зла и так дальше, который хотел, чтобы помешать Божьему обетованию. Но Бог бодрствовал над этим, и Бог не позволил ему это сделать. И теперь мы видим, что Сара как бы ушла из правильной позиции, она теперь не является под влиянием своего мужа и так дальше. Какое-то время она находится под совершенно другим влиянием, ее там готовят к этой свадьбе, ее готовят к принятию этого царя и так дальше, ее приготавливают. О мой Боже, но я хотел обратить внимание, обращаю еще внимание, эти два человека, они уже были верующие. И если ты верующий, и если ты веришь Божьему обетованию, что бы ни случилось с тобою, какие обстоятельства твоей жизни ни случилось, ты будешь уверен в Слове Божьем. Ты будешь, может быть, не уверен в себе. И Сара ничего не могла сделать для освобождения. Сара не могла изменить свою позицию и выйти из этого места и возвратиться к своему мужу и так дальше. У нее не было ни способности, ни силы, ни ничего. Она этого не могла сделать. Но эта способность была у Бога, эта сила была у Бога, Его глаз наблюдал за этим. И кажется, может быть, в твоей жизни, твои моменты твоей жизни, твои обстоятельства твоей жизни, и ты кажется, Бог что-то делает, я не понимаю, почему Он не пришел раньше, почему Он не сделал так-то и так дальше. Но Бог наблюдает за тобою. Он не позволит, чтобы избрание Божие было нарушено. Нарушено предопределение Божие в твоей жизни было изменено. Ведь Бог неоднократно говорил Аврааму: «Сара, Сара, Сара, у Бога была цель». Аминь. Потому что эту цель он носил еще прежде создания мира. Я благодарен Богу за это. Итак, мы видим, что когда приходит эта развязка, и Господь говорит о возвращении, и мы видим Авимелеха, который возвратил ему Сару, жену его. Возвратил Сару, жену его, тому, кому она принадлежит. Аминь. Аллилуйя. О, мне уже радостно, знаете. Поэтому, когда мы смотрим на себя, когда мы смотрим на свои, говорю, обстоятельства, на свои слабости, на свои проблемы или еще что-то, друзья, это место Писания, оно имеет значение для каждого избранного. Аминь. Поэтому Сара восстанавливается в своей позиции. Восстановление Сары. Она возвращается. Аминь. Восстановление. А восстановление, как пророк говорил, так говорится у Весбера, у Вестера, о значении слова «восстановить», «вернуть прежнему владельцу». Вернуть прежнему владельцу. Сара принадлежала Аврааму. Поэтому слово «восстановление», пророк здесь говорит, он говорит «вернуть прежнему владельцу». И мы видим... О мой Боже, мы видим наше время, в котором мы живем. Мы видим приход Сына Человеческого. Мы видим, как Сын Человеческий приходит с открытой книжкой.
И мы знаем, что этот правовой документ – доказательство на собственность. И мы знаем, что именно в этом правовом документе, в этой раскрытой книжке, которая была запечатана 7 печатями, что находилось? Пророк говорит, там находилась эта именная книжка. Там были записаны все избранные. Они же и предопределенные для определенного дела. Поэтому Сын Человеческий приходит с доказательством, с правовым документом на собственность. Она принадлежит Ему. Он пришел, чтобы восстановить, то есть возвратить ее самому себе. Аминь. Поэтому мы видим, как один мир разрушается, а другой мир восстанавливается. Мы видим, как царство сатаны приходит в упадок. Мы видим кризисы, мы видим войны, мы видим болезни, мы видим пандемию, мы видим страдания людей и так дальше. И человек не знает, как выйти из этого положения. Знаете, я скажу, что сам сатана не знает, как выйти из этого положения, потому что его испорченное сердце довело этот мир до сего состояния. А у него нету исцеления, у него нету восстановления, он не может вернуть первоначальное состояние, у него нету даже на это правового права и так дальше. Поэтому мы видим, как этот мир разрушается. Мы видим, как на этот мир идут бури и тому подобное. Но мы видим и другой мир. Мы видим Царство Божие, которое сегодня восстанавливается. И будучи гражданами этого царства, мы приходим в нужную позицию. Аминь. Мы начинаем утверждать эту позицию. Мы начинаем ходить в этой позиции. Аминь. Итак, Сара должна была возвратиться в прежнюю позицию, потому что она была предопределена, и для нее было высказано обетование. Обетование, что через нее будет выражена жизнь, которая находилась в Аврааме. А Авраам – прообраз Христа. Та жизнь, которая находилась во Христе, аминь, это обетование для каждого избранного, я верю, что я говорю сегодня о невесте, а невеста, она предопределена Богом прежде создания мира, наши имена были записаны в книгу не во время покаяния, а прежде создания мира, мы были предопределены, аминь, предопределены к определенным действиям, к определенному выражению. Слава Господу, друзья! Аминь! Тогда мы должны быть вновь восстановлены. Тогда мы должны получить ту жизнь согласно Божьего обетования, которое Он сказал через Сару. Через Сару. Сара была не способна к деторождению. Сара чрево было закрыто. У нее были какие-то проблемы с ее здоровьем и так дальше. Она не могла зачать и так дальше. Но Господь уже сказал, что Он это сделает. Аминь. Слава Богу. И никто не может никому, никак этому помешать. Аминь. Поэтому, когда мы начинаем видеть это, я, может быть, маленькую цитату брата Вина прочитаю из его проповеди. И он говорит, Авимелех как раз это и делал. То есть он мешал. Он думал, что прикоснется просто красивой женщины. Он не осознавал, что этим он пытался помешать исполнению пророческого обетования Божьего на этот час, потому что эта женщина была избранной и призванной. Можете ли вы принять, что именно вы таковыми и являетесь? Начните видеть себя такими, какими видит вас Бог. Аллилуйя! Аминь! Ведь эти все писания, они не написаны для истории, потому что это являются образы. Аминь. А если есть образ, а образ это только тень. Образы это тень. Но пророк говорит, для того, чтобы была тень, должна быть реальность. Поэтому должна быть реальность, от которой тень падает. Но вначале ты видишь всегда тень. Поэтому пророк говорит, когда ты смотришь и не видишь еще животного, она там за углом, но ты уже видишь тени, ты можешь сказать, это идет корова. По тени ты можешь догадаться, что это есть корова, но ты еще не видишь реальности.
Сначала идет тень, но после того, когда прошла тень, появилась тень, была выражена тень, начинает приходить реальность. И ты говоришь, о, теперь я вижу, откуда падала эта тень. Теперь я знаю, откуда падала эта тень, так еще я сомневался, это или нет. Но теперь я вижу реальность, теперь у меня уже нету никакого сомнения, потому что я вижу реальность. Аллилуйя. Поэтому, когда мы сегодня видим реальность, а кто является реальностью? Аллилуйя. Реальностью являетесь вы. Потому что это падала тень от вас. Реальностью является невеста. Реальностью являлся Христос. Но сегодня реальностью является невеста. Аминь. Когда мы читаем об Илии, когда мы читаем об Аврааме, когда мы читаем о Давиде, когда мы читаем о других, там, всех этих Ноя и так дальше, это тень. Реальностью, если говорить сейчас об этом выражении, то реальностью была жизнь пророка. Аминь. Он был реальностью, которая тень падала, и мы читали, а теперь мы уже знаем, о, это все говорило о нашем пророке, это говорило об этом муже, аминь. Это было закрыто под печатями, но когда он пришел, когда он вышел из-за угла, мы говорим, о, теперь мы видим точно, что именно эти все тени были его тенью. У нас нет уже никакого сомнения, нету догадок, нам не нужно подставлять, потому что это точно отображало его жизнь, то, что он выразил. Поэтому, когда мы говорим с вами о невесте, и если есть невеста, а невеста есть, и если есть реальность, аминь, то от нее должна быть тень. И когда мы с вами углубляемся, все эти образы, это тени, говорящие о реальности. И теперь, когда мы говорим, видим уже реальность, мы говорим, да это же и есть она, да это же и есть она, да это же и есть она. Аминь. Мы видели тень, а теперь мы видим выражение, проявление реальности, от которой падала эта тень. Уловите эту мысль. Аминь. Поэтому Сара, она была только тенью. Но когда и тени было сказано слово, она была восстановлена через это слово. Потому что вначале она не находилась в должной позиции, она не находилась в вере, потому что она не выражала еще имя, хоть имя было открыто, но она не могла войти в это имя. Она выражала Сару, просто Сару. Она не выражала то имя, которое было записано прежде создания мира. Она не выражала ту реальность, она выражала плотского человека со своими мыслями, со своими понятиями, со своей мудростью и так дальше. Но это было далеко от Божьих мыслей. Она еще не была восстановлена, она еще не была в правильной позиции. Поэтому, когда она услышала об обетовании, что Господь сказал, Сара, жена твоя, родит. Она, это в семьях была проявленная жизнь, проявленная через нее, именно будет наследником этой земли. Потомки будут жить на этой земле. Аминь. Но вы знаете, человек всегда способен нечто. И мы знаем, что влияние дьявола, потому что дьявол всегда желает противиться Слову Божьему. Он противник. Он противник Слову Божьему. Поэтому мы видим, он стал противником, когда Господь сказал в Едемском саду, плодитесь и размножайтесь, он стал противником этого слова. И поэтому он берет этого змея, он берет это потерянное звено, которое могло соединиться с человеческой яйцеклеткой, и он берет этого самца с этим семенем, и он начинает соединять их. Понимаете? И этот сперматозоид, и эта яйцеклетка, они соединились, и проявилась личность, которая в Божьем разуме, она не находилась. Потому что Каин не отображал и не проявлял Царство Божие. Он не проявлял то те небеса, то третье небо, то шестое измерение, потому что он там никогда не был. Он выражал совершенно не то. И это все было человеческая мудрость.
которое не отображало небеса. И неважно, какой был Каин, какой он был хороший, какой он был трудолюбивый и тому подобное, он не отображал мысли Божьей, он не отображал предопределение, он не отображал и, теофании, то есть тело слова. Когда мы с вами говорим об этих всех вещах, и как мы не один раз слышали, что земное, вот это плотское зачатие, оно более сложно, чем даже духовное рождение. И когда мы видим, для того, чтобы мы отобразили наши теофании, мы видим, Бог берет этот хромосом, берет этот хромосом, берет этого отца, берет эту маму, соединяет вместе. И там происходит сразу, когда два соединяются вместе, яйцеклетка соединяется со сперматозоидом, происходит реакция. Там начинает нечто происходить, начинается деление, начинается нечто выражаться. И у Бога, у Него есть мысли, что Он хочет видеть, потому что Он хочет видеть именно вот такого мужчину. Он хочет видеть вот такую женщину, такого сына, такую дочь. Именно тот, который бы здесь на земле отображал небеса, отображал ту теофанию. Поэтому, когда Хоу было здесь на земле, и он говорит, она была кареглазая, у нее были каштановые там волосы или какие там, брюнетка была, и у нее был такой рост, у нее была такая фигура и так дальше. И когда он умерл, и когда он встретил ее там на небесах, он говорит, она была точно соответственно тому виду, тому проявлению, которое было здесь на земле. Это Божья лаборатория, которая начинает выражать то, что было согласно небесному видению. На земле человек должен отражать небесное видение. И поэтому, когда законный муж и законная жена, Богом избранные, соединяются вместе, то ребенок, который рождается у них, будет выражением небес. Аллилуйя! Потому что там есть теофания, тело слова. И у Бога мысли это знает, Он знает эту реакцию. Он знает, как это все происходит. Это Его законы, воспроизведение. Но когда берет дьявол, берет змея, и когда он берет женщину и соединяет их вместе, понимаете, он влез, как пророк говорит, в Божью лабораторию. Он знал эти законы. И он соединяет, согласно этих законов, получается реакция, но выражение этой реакции совершенно другое. Когда вырисовывается образ, понимаете, на небесах этого образа нету. Аминь. Поэтому, когда происходит зачатие, когда идет вот этот сперматозоиды, и пророк говорит, там 2 миллиона, как ученые говорят, этих маленьких этих живых этих клеточек, и она начинает двигаться, и там 2 миллиона этих яйцеклеток, и Бог выбирает именно ту, которая должна выйти навстречу этому семени, и Он выбирает то семя, из всех потенциалов, соответственно, небесному видению, и двое соединяются, и происходит реакция. Согласно того видения, которое там на небесах, оно отображает его мысли, и все остальные погибают. Все потенциалы, они не годятся, друзья. Но теперь что происходит? У человека нету детей. Что они делают? Они берут искусственное оплодотворение. Они берут наугад сперматозоид. Они берут наугад яйцеклетку. И они соединяют вместе. И это Божья мудрость. Они узнали эти все законы. Они это сделали. Они сделали искусственное оплодотворение. И получается, что то, что не находится в небесных местах. То, что не имеет наследия вечной жизни. Поэтому, когда мы рассматриваем все эти вещи,
Когда мы начинаем ходить в это, мы начинаем понимать Божью мудрость. Насколько Бог все мудро проделал. Его рука, Его видение, Его знание, оно руководит уже вот этих 2 миллионов, руководит только одним. Из этих 2 миллионов яйцеклеток Он руководит только одной. Чтобы они вместе соединились. О мой Боже! А дьявол все извращает. Он все делает по-своему. Он знает эти все законы, он пользуется этими законами, и он все извращает. Поэтому, когда мы видим, Господь сказал Саре, или Аврааму, сказал, что именно через Сару произойдет. Через нее будет рожден сын. Аллилуйя! Небо и земля пройдет, но не может быть нарушено Слово Божие, друзья. И неважно, насколько она была неспособна, у нее в потенциале было 2 миллиона яйцеклеток. И они просто ожидали того времени для того, чтобы проявиться. Аминь. Аллилуйя. Для того, чтобы был бы выражен предопределенный. У Бога он был там и лежала эта тайна в ней. Аллилуйя. Так же самое, как в невесте, лежит тайна, которую знает только Бог. И в свое время Он знает, как задействовать эту тайну. И Ему не нужно знать, не нужна твоя сила, Ему не нужны твои способности, Ему не нужно вмешательство врачей, Ему не нужно искусственное оплодотворение и так дальше. Он знает, как совершить, Он знает, как восстановить все прежнее состояние. И для этого пришел Сын Человеческий. Аллилуйя! 3 путника в этой пыли, 3 ангела, они пришли туда в виде человека, и они начинают что? Поднимать веру. Они начинают приготавливать, восстанавливать ту первоначальную веру, которая была у Адама. Они возвращают эту веру отцов. И они начинают говорить, и Сара в этом неверии, потому что она уже привыкла мыслить. Вы помните, когда она получила это обетование, когда она услышала обетование от своего мужа, от Авраама, у нее начинается мышление, и дьявол начинает над ней, на ее разуме работать. И она говорит, я знаю, как исполнить это обетование. Итак, Авраам, иди к Агарь. Иди к Агаре, и ты с ней переспишь, и она зачнет от тебя, и так дальше. И теперь это и будет проявлением обетования. Но вы понимаете, эта яйцеклетка Агаре не годилась. Потому что как бы они смешались, конечно. Сперматозоид от Авраама и яйцеклетка от Агаре, они соединились вместе согласно закону Божьего. Но когда родился Измаил, его там на небесах не было. Этот образ ничего не мог отобразить здесь на земле. Он не мог выявить небесный Иерусалим. Да. Поэтому, когда Павел говорит, Агарь со своим сыном, он только отражал, что вот этот Иерусалим, который находится в рабстве. Плотской Иерусалим, земной Иерусалим, земное царство. Царство этой мудрости. Он не мог отобразить другого. Но когда родился Исаак, то он выразил, аллилуйя, он выразил небеса, он выразил с самого детства, когда он нес эти дрова, он уже выражал Божьи мысли, которые были прежде создания мира, потому что Агнец был заклан прежде создания мира. Он начинает уже являться этим образом, небесным образом, Божьих мыслей. Он не сознавал даже этого. Он не понимал все этого. Но когда мы сегодня читаем, мы видим, кого он выражает, что он отображает. Не какую-то человеческую мысль, не человеческое желание, не человеческую мудрость, но Божью тайну искупления. Аллилуйя! Поэтому мы видим именно. Но когда мы смотрим на Измаила, он выражает совершенно другого. Он выражает дикого человека, неспособного выразить Слово Божие, противостоящего
выражению правильного образа. Поэтому это мы видим, когда они начали двое подрастать, то, что Измаил начинает обижать Исаака, он начинает, они начинают унижать, они начинают претендовать на то, что им не принадлежит и так дальше. Поэтому Господь начинает говорить, изгони сию рабу с ее ребенком, потому что они не могут быть наследником. Ой, друзья, все является тенью. Тенью сегодняшнего дня, потому что это время урожая. Время, когда тени перестали быть тенью, но реальности стали выражаться. Поэтому кто-то сегодня на этой земле отображает небеса, отображает мысли Божии, которые были выражены через слово, тело слова, и они точно соответствуют этому телу слова. И они начинают ходить по этой земле, и даже не понимая всего, они все равно начинают отображать это. Но мы так благодарны, когда мы говорим о том, что когда придет седьмой ангел, когда он вострубит, то тайна Божия будет открыта, будет совершена. И тогда ты начинаешь видеть. И ты говоришь теперь, я вижу, то есть я понимаю. Потому что Бог не желает, чтобы ты ходил в неведении. Потому что вся эта Библия, все эти образы, они должны когда-то раскрыться, и они раскрылись в наше время. Аллилуйя. И теперь ты начинаешь видеть, я понимаю. Понимаю, что я выражаю. А другой говорит, я. Помните, как пророк говорит о лошаке? Он говорит, он не знает, кто его родители, кто его папа, кто его мама. Он вообще не знает своего родословное. Он не может увидеть эти тени. Он отображает только этот мир. Он выражает только это царство. О мой Боже. Поэтому, когда мы начинаем это видеть, мы начинаем это понимать, все эти вещи, понимаем, как эти генетика, как она имеет воздействие, потому что в нас был ген Божий, в нашей душе находился ген Божий. И должно было прийти семя для того, чтобы соединиться с этим геном, и начинается реакция, начинается проявление жизни. Понимаете, это уже Божий закон Духа жизни во Христе Иисусе начинает просто проявляться в твоей жизни, не от твоих дел, не о том, что ты начинаешь тужиться, не от того, что ты начинаешь. Это Божий закон воспроизведения. Его благодати начинает действовать, как дьявол пользуется этим законом для своих дел, для восстановления и созидания своего царства. Бог делает так же само. Потому что это Божий закон. О, мой Боже. Поэтому мы живем во время восстановления. И этот процесс уже, потому что слово уже пришло. Семя уже пришло. И это семя уже нашло. Аминь. И оно уже вошло в твою утробу. И там это семя, это слово ожидал ген Божий. Потому что этот ген был выпущен. Он находился в разуме Божьем. Аминь. Он находился в его сердце. Но когда ты родился, Боже мой, когда ты родился по плоти, Бог уже... Ох, я уже начинаю бегать. Еще немножко подождать надо. Слава Господу. Этот ген, который был в мыслях Божьих, который был в его душе, он вышел и был помещен прямо в твою душу. Бог поместил свою мысль, потому что Божий ген, это его мысли, положил в твою душу, потому что он знал, что к этому гену придет сперматозоид. То слово предназначено на данный период времени. И поэтому, когда это слово пошло, Боже мой, тогда этот ген тоже пошел навстречу. Как эта яйцеклетка, друзья, предназначенная Богом для того, чтобы двое соединились и стали одно. И начинается процесс. И начинается реакция, которая происходит внутри тебя. Аллилуйя. И ты уже не начинаешь смотреть там по сторонам, где бы мне найти эту невесту и так дальше.
Потому что ты уже знаешь, что ты являешься этой невестой. Потому что процесс пошел. Сверхъестественный процесс. И ты знаешь, что это слово было утверждено Богом. Ты знаешь, от какого мужа ты это принял. Что этим мужем является Христос, Сын Человеческий, с большой буквы, который пришел с этой книгой, пришел с этим семенем. Аминь. И дал это семя, чтобы его жена забеременела и принесла плод, то есть ту жизнь, для которой она была и предназначена. Аллилуйя! О мой Боже! Поэтому мы видим дальше, мы видим, что Сара, она помещена в неправильную позицию. Она вышла из этой позиции. Сила, которая правила этим миром, где находился Авраам, забрала Сару. И так дальше. И теперь эта Сара находится под этим влиянием. И мне нравится, как брат Вин здесь. Я хочу просто прочитать. Он говорит, как вы думаете, что делала Сара? О Боже, Господи, пожалуйста, помоги мне. Я так не думаю. Я считаю, что она знала, что пророчество уже началось. Аллилуйя. Бог свою программу не забросит. Бог позволит этому произойти, чтобы научить вас кое-чему. Бог хочет поднять уровень вашей осведомленности, чтобы мы поняли, какая у нас защита, чтобы мы поняли, кто мы в Его глазах. Аминь. И ты начинаешь тогда просто не паниковать, не кричать там, Боже мой, что делается, что делается? Ты, наверное, забыл, ты опоздал, у тебя это, помоги мне, я ничего не могу сделать. Нет, Сара была уже верующей. Она знала по себе. Уже не потому, кто что-то сказал. Как брат Вин говорит, не потому, что она подняла голову и увидела звезды в надлежащем порядке и так дальше. Смотрела на эти все планеты, выстраивание планет, как они выстроились и тому подобное. Все это замечательно. Но, друзья, она уже это имела внутри себя. Она уже знала, что процесс Божьего обетования начался в ней, внутри нее, преображающая сила жизни, начала реакцию, и она уже не была той, которой она была, когда носила имя Сара. Она уже была другая. Уже процесс был, как эта женщина сказала, да, я еще не такая, какая должна быть, но я уже и не та, которая была. А почему она говорила так? Потому что процесс у нее жизни, аллилуйя, благодаря Духу Святому, потому что это от Духа Святого, Дух Святой сойдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому это рождаемое будет святым. Аминь. Это не человеческое произведение, это не человеческая мудрость, это не человеческое соединение гена и какого-то семени, пришедшего от какого-то проповедничка. Аллилуйя! Это его небесное семя, которое пришло вовремя. Аминь! Который имел наш пророк, посланник этого часа, он пришел с этим семенем, с этим посланием, с этим сперматозоидом, потому что он выражал Христа. Аминь. Сына Человеческого с большой буквы. Для чего? Для того, чтобы его невеста, для того, чтобы его возлюбленная, аминь, могла отреагировать, чтобы этот ген Божий мог отреагировать на это слово. И он отреагировал, потому что он по-другому не может. Потому что Бог и поместил этот ген в тебя для того, чтобы он отреагировал. Небо и земля пройдет. Через Сару будет. Через Сару будет. Понимаете, поэтому эта яйцеклетка уже была готова, и она уже двигалась. Аминь. И был час, когда она соединилась с тем семенем, Богом предназначенное время. Аллилуйя. И Сара могла взглянуть уже не на небеса, а на свое тело. Знамение где? В теле. Она могла взглянуть на члены своего тела и увидеть признаки жизни. Аллилуйя! И она такая прекрасная. Разве невеста не прекрасная в этот час? Аминь. Она могла посмотреть на члены своего тела. Ведь человек или церковь состоит не из одного члена.
Она состоит из многих членов. Аллилуйя! Поэтому, когда я смотрю на нашу церковь, Боже мой, нечто начало происходить. О, мы были избраны, мы были предопределены. Бог родил нас столько-то там лет назад. И так дальше. Но было предопределение не в том, чтобы ты только говорил, я невеста, я невеста, я невеста и так дальше. Но невеста должна родить. Она должна родить сына, она должна родить предопределение, она должна выявить ту жизнь, проявить. И когда она становится беременной, эта церковь, у нее хождение начинается другое, у нее питание начинается другое. Аллилуйя! У нее поведение начинается другое, у нее характерные черты начинаются другие. И посмотрите, пророк говорит, когда она должна уже родить, посмотрите, какая бы она ни была злая, с ней что-то происходит. Аллилуйя. Куда-то злость это уходит. Когда-то эти проблемы уходят. Когда-то это напряжение уходит. Она начинается быть доброй. Она начинается быть любвеобильной. Аллилуйя. Он говорит, из-за чего? Из-за этого ангела. За этой теофании, которая приближается к этому телу. Боже мой. И мы слышим от нашей теофании. А когда ты слышишь от нашей теофании, божественная любовь идет с этой теофанией. И ты наполняешься этой божественной любовью. И ты не смотришь на всех озверелым взглядом, диким взглядом. Аминь. У тебя уже нету блеска этой дикого взгляда в твои глаза. У тебя начинается другое совершенно. Тебе хочется любить. Тебе хочется нежности. Тебе хочется ласки. И ты хочешь этим так же само всем давать. Об этом мы с вами и говорим. Я просто хочу это показать согласно Писанию, согласно законам. Аллилуйя. Поэтому я просто хотел немножко вас сегодня взбудоражить этим маленькими примерами. Но я верю, что они вдохновлены Духом Святым. Апостол Павел, когда пишет Галатам, он говорит, Галатам 3:29, он говорит, если же вы Христовы, то вы семя Авраама, если вы Христовы. А как ты можешь быть Христовым? Одним духом мы крестились в одно тело. Аминь. А этот Дух и пришел. День Пятидесятницы. Что произошло? Была рождена церковь. Пророк говорит, была рождена невеста Христа. Аминь. Дух Святой снизошел, дождь снизошел на эту землю. Почему? Потому что с этой земли было снято проклятие. Было снято неверие, которое упало на эту землю. Бог снял с Сары неверие. Аминь. Снял это проклятие, с которым она ходила и проявляла свои человеческие мысли, свои мысли, которые сделали только ей проблемы и этой земле. Но Бог, богатый милостью, когда пришел Сын Человеческий, Он убрал с нее проклятие неверия, и она стала теперь верующая. Сначала она упрямится, она начинает лгать, она говорит, я не смеялась и так дальше. Но когда она встретилась взглядом Божиим, взглядом этого слова, она поняла, в каком она состоянии. И у нее пришло это сожаление, как у Исаии в 6 главе. Аминь. В день смерти Озии. Он увидел, что он находится в неправильном состоянии, не в правильном положении, но Бог желал для того, чтобы он был восстановлен. И там, в 6 главе, было восстановление Исаии. Поэтому, когда мы читаем с вами об царе, мы видим, когда пришли эти два ангела, что она была восстановлена из неверия в веру. Поэтому, когда приходит Сын Человеческий, когда должен прийти Илия перед Днем, этим страшным. Аминь. Что должно быть? Восстановлена вера. Вера первоначальных отцов. Она должна вернуться к детям. Аминь. Поэтому Сара, она теперь возвращается в эту веру, она приходит в это веру состояние веры. Аминь. Для чего? Для того, чтобы принять семя. Для того, чтобы стать новым творением. О, мой Боже! Новым творением во Христе Иисусе.
которая способна выразить жизнь Христа. Поэтому он говорит, если вы Христовы, если вы приняли Духа Святого, если вы приняли жертву, если вы приняли Голгофу, аминь, то вы получите Духа Святого. Вы получите. Через эту жертву был забран грех, было забрано наше неверие. Аминь. А когда это случилось, тогда Дух Святой сходит, проклятие уходит, то тогда мы становимся крещенными в Его тело, то тогда вы семя Авраама. Тогда вы уже в вере, потому что семя Авраама – это вера. Мы дети Авраама по вере. Аминь. Тогда вы семя Авраама. Мы не говорим о плотском семени, потому что Авраама было плотское семя. Но мы говорим о другом семени, которое является духовным семенем, которое и выразится в наше время, и станет прославленным в теле. Мы живем, друзья, в это время. Мы должны стать проявлением нового неба и новой земли. Аллилуйя! И увидел я новое небо и новую землю, Иоанн пишет. Аминь. Поэтому Бог говорит, я восстановлю, я не подделаю что-то. Я не произведу над нами реформацию. Я сделаю вас новым творением через рождение свыше, через крещение Святым Духом. И Павел говорит, если вы Христовы, то вы семя Авраама и по обетованию... По обетованию наследники. По обетованию вы наследники. Аминь. Наследники чего? Наследники всего того, что принадлежит ему. Аминь. Поэтому, если мы духовное семя, то мы не хотим обогатиться, как им другие. Это не наша цель. Я благодарен Богу за каждого бизнесмена, который помогает, который Бог благословляет и так дальше. Но не это является наследником. Это способности, которые Бог дал для определенной цели. Но ты можешь быть самым богатым, и ты можешь идти в ад, как мы видим это в Писании. Это не наследие. Поэтому есть другое наследие. По обетованию ты становишься наследником. По обетованию ты становишься наследником. А у нас есть дух, другая земля. И когда Израиль подошел к этой земле, Боже мой, они прошли к этой границе, они должны были перейти Иордан, победить эту смерть. Аминь. Там, где все на Голгофе было оставлено, они вошли в эту обетованную землю их отцов. А что такое обетованная земля их отцов? Это крещение Святым Духом. Пророк говорит, это и есть Дух Святой. Поэтому ты не принимаешь просто Духа Святого. Вот эту вот меру я принял. Я, знаете, пережил. Я пережил нечто. Слава Богу, что ты пережил нечто. Но это не все наследие. Наследие – это вся земля. Есть границы были указаны этого наследия. Поэтому мы хотим больше Духа Святого, больше Духа Святого, больше Духа Святого, больше Духа Святого. Крещение на крещение, пророк говорит, крещение на крещение. А где Дух Святой находится? Ни в эмоциях, ни в чувствах, а находится в Его же Слове. Это и есть земля, где пребывает Дух Святой. Поэтому куда Бог тебя призывает? К Слову. Откуда вышла Ева? Слово. И она начала жить человеческими мыслями. Бог нас возвратил в это же самое Слово. Где есть Дух жизни, выражающий, проявляющий это Слово. Клеточка на клеточку, клеточка на клеточку. Как соединился этот наш ген, соединился с этим семенем, то это не только одна клеточка, которая осталась и ходит женщина и говорит, у меня уже началось. Нет, клеточка на клеточку, развивается другое тело, которое невидимо, но в свое время должно проявиться в прославленном состоянии, подобно его славному телу. Мы живем в это время, друзья. Аллилуйя. Поэтому Павел и говорит, если же мы Христовы, то вы семя Авраама и по обетованию наследники. И он пришел и раскрыл нам наше наследие, которое принадлежит нам, которое дьявол желает украсть. Он хочет украсть тебе радость жизни.
Он хочет украсть твою веру. Он хочет украсть твой мир. Он хочет украсть другие моменты, которые находятся в этом слове и так дальше. Но ты имеешь право. Ты имеешь правовой документ. Потому что в этом семени, которое ты принял, там находится жизнь, там находится кровь. Пророк говорит, в этом семени, мужском семени, находится клетка крови. Аминь. А клетка крови говорит об искуплении. Аллилуйя. Аллилуйя. Она говорит о его жизни, о праве. Когда-то Адам потерял этот правовой документ. Ведь Бог его поставил наследником над этой землей. Когда-то он был в Теофании. И он проявлялся над этой землей в Теофании и так дальше. Но он не мог еще владеть, он не мог возделывать эту землю. В этом состоянии он не мог. И тогда Господь дает ему тело. Теперь эта Теофания получила тело. Она проявилась. Сегодня происходит все в духовном смысле. Но однажды, друзья, при последней трубе мертвые воскреснут прежде, а мы во мгновение ока изменимся. Для чего? Для того, чтобы вступить в то, что Бог нам дал, чтобы владеть, вся тварь стенает по откровению сынов Божьих. Аллилуйя! И это тело будет самым лучшим телом. Аминь! Это тело будет лучше, чем тело Адама. О, мой Боже! Поэтому мы живем. Итак, эти тени, которые были нам даны, они становятся реальностью в нас. Поэтому мы начинаем смотреть друг на друга и видим, поведение меняется. Характерные черты начали меняться. Хождение начинается меняться. А от чего? Вас кто-то уговаривает? Вас кто-то держит в законе? Ух, сейчас как дам, если ты не будешь слушаться. Ты у меня получишь еще. Это закон. И он под страхом начинает ежиться и делать то, что ты хочешь. Ты заставляешь его или ее. Но преображающая сила, это не от закона. Закон не имеет в себе жизни, Павел говорит. Но то семя имело жизнь. И когда оно приходит, тебе не нужен закон. Потому что этот закон Духа жизни в тебе начинает изменять тебя. Изменять твои вкусы. Изменять твои желания. Аминь. И ты начинаешь жаждать большего. Ты начинаешь жаждать небесного. Ты начинаешь жаждать, чтобы этот процесс не остановился в тебе. И ты знаешь, что он не остановится. Аллилуйя! Потому что это Бог. Божий закон, это не от себя. Эту реакцию, подобно атомной реакции, когда там соединяется уран. Или там что-то расщепляется, я не знаю, но там начинается реакция, которую невозможно остановить. Она просто расщепляется, 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 энергия начинает действовать и так дальше. Это Божьи законы. Мы видим эти законы. Мир познал, но они не узнали другого закона. Аминь. Который Бог сделал для своей невесты, когда Он вошел туда через свое слово, через свою жизнь. Дьявол ничего уже не может сделать, поэтому он ничего не мог сделать с Сарой. Он так хотел остановить этот процесс, но он уже пошел. И тот, который завел этот процесс, пустил, запустил этот процесс, он дальше бодрствовал. Аминь. Он следил уже за Сарой. Человек не мог уже следить. Авраам был отделен от нее. Он не видел, где моя Сарочка, что с ней там происходит и так дальше. Он не видел ее, он потерял ее созрение. Но Бог ее не потерял. Он дальше наблюдал за ней. Он наблюдал за Авимелехом. Он наблюдал за дьяволом, что он дальше будет предпринимать. И в ночь, когда она должна была прийти на следующий день к нему, он приходит и говорит, не тронь. У нее есть уже муж. Не тронь, как мы помните, говорили. Бог позволил Еве согрешить. Он не сказал змею, не тронь.
Он мог там второй Еве пасть и так дальше. Но этой, которая образ является Сара, тень, которая является реальностью сегодняшней невесты, это же самый Дух Святой, это же самая личность, которая снизошла сегодня с правовым документом, он говорит, не тронь. Ты в надежных руках. Поэтому Сара, как брат Вин говорит здесь, она, знаете, не паниковала там. Она знала, что процесс уже пошел, и это должно проявиться. Поэтому мы знаем, какой процесс этого слова пошел в нас. Аллилуйя. А тогда ты просто находишься в этой вере. Господь, ты не оставишь меня, я знаю. Господь, ты выведешь меня из всякого тупика. Господь, я просто могу покоиться и радоваться дальше. Пускай меня там ублажают, пускай они там мажут, пускай они там что делают и тому подобное. Это их дело, пускай они там лапают. Но это все до времени. Я знаю, кем я предопределена и для чего я предопределена. Аллилуйя. Образ вырисовывается, как мы начали с этого маленького клипа. Образ становится более выявлен. Образ прекрасной девушки. Аллилуйя. Пусть вас Бог благословит обильно. Пусть это маленькое послание на сегодняшний день принесет вам радость, принесет вам успокоение. И что бы ни происходило в этом мире, пандемия, изменения этого мира и так дальше, о мой Боже, может быть, когда-нибудь я поговорю еще немножко об этих четырех конях и так дальше. Это не имеет значения, друзья. Каждому коню противостояла сила, которая защищала тех избранных, те, которые должны были победить. Аминь. И эти все помазания сегодня здесь на земле. Как вся сила дьявола сегодня здесь на земле. Весь ад на этой самой земле. Но эта великая личность, которая победила этот ад, которая победила могилу, победила смерть, победила Люцифера, тоже снизошел сюда, чтобы что? Чтобы помочь. Аминь. Когда три юноши были в образ брошены в огненную печь, то подобный сыну человеческому тоже снизошел в эту огненную печь. В самый нужный момент. Им ничего не могло повредить. Почему? Потому что они были семя Авраама. Аллилуйя. Когда Даниил был брошен в этот ров, и там были голодные львы, которые готовы были растерзать, туда снизошел и огненный стол, который защищал этого Даниила. И когда утром царь пришел, чтобы посмотреть, который был под властью, под влиянием этих всех духов и так дальше, и эти духи его заставили сделать то-то, то-то, и он приходит и начинает, Даниил, а тот Бог защитил ли тебя? О мой Боже, да, тот Бог защитил его. Слава Господу. Есть реальность, друзья. Есть тень, но есть реальность. И вы поймите, что вы не тень уже, потому что больше периодов не будет. А в конце всех периодов выходит сама реальность. Потому что когда есть еще периоды, тогда еще есть тени. Но теперь пришла уже сама реальность. И мы смотрим на тени и радуемся. И это дает нам веру. Потому что эти тени, в них была тайна. Но через семь печатей они были раскрыты. Через Сына Человеческого были раскрыты все эти тайны. Он достоин снять печати. Да благословит вас Господь, друзья. Несите эту радость. Утешайте друг друга всеми словами. Если вы семя Авраама, то вы и наследники обетования. Обетование, которое было дано Аврааму. Авраам – это образ Христа, которое было дано Христу. Вы наследники вместе с Ним. Аллилуйя. Все слово, оно принадлежит нам. И этот процесс уже начался. Давайте мы встанем. Слава Господу. Я благодарен Богу за слово, которое Он дает. Мы нуждаемся в нем. Нуждаемся, чтобы мы в этой битве имели всегда подкрепление. И блаженны наши уши, что мы можем слышать, и глаза, что мы можем видеть. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за эту благодать. И поэтому, Господь, когда мы видим, Боже мой, тех людей, которые сегодня в борении, в искушениях, в испытаниях, Господь мой, Боже мой,
Мы благодарны Тебе, Господь, за тот процесс, за тот ген, который Ты положил в эту уже душу, который уже тождествился с этим словом через аминь. Господь, аллилуйя, через ту веру, которую Ты даровал. Мы благодарны Тебе, Господь. Поэтому этот атомный процесс уже невозможно остановить никакой силе. Он запущен. Слава Тебе, Господь, потому что если этот атомный процесс трудно остановить, то мы знаем, это только образы. Это намного сильнее, Господь мой. Это Твой закон. Закон Духа жизни во Христе Иисусе, который освобождает от закона греха и смерти. Да будешь Ты прославлен. Спасибо Тебе, Господь, что мы имеем такую благодать Тебе, что Ты с нами, что Ты бодрствуешь, что Ты защищаешь, Господь мой. И мы, Господь, не можем иметь общения со всеми. И может кто-то там страждет, кто-то мучается, кто-то в страхе, кто-то еще. Боже мой, пусть это сегодняшнее слово будет благословением для каждого, Господь. Потому что Ты сказал, Господь мой, если вы Христовы, то вы наследники обетования. Боже мой, пусть Дух Твой Святой проговорит сегодня для этих сердец. Я хочу там за нашу Олечку, Господь мой, попросить благословения. Она там в больнице. Я не знаю, в каком она состоянии. Боже мой. Господь, если она в реанимации, то приди к ней. Если она просто в палате сейчас, то приди к ней, Господь мой. Убери эту болезнь, эти страдания, все, Боже мой. Потому что и это наше наследие. Благослови, Господь мой. Пусть она будет здорова во славу Твоей имени Иисуса Христа. Слава Тебе за все, Господь. И все эти группки благослови. Там в Белоруссии, Господь, брат Юра уже молился за многих, но я хочу вспомнить, там в Белоруссии, Польше, Господь мой, и там, где, может быть, еще где-то там смотрят и слушают за границей, Господь, я знаю, что во многих местах слушают, Боже мой. Да будет имя Твое прославлено, да поможет это слово, Господь мой, Иисус мой, противостоять всем этим козням дьявола и разрушить эти твердыни, которые он строит. За все Тебе слава, нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Благословит вас Господь. Давайте будем воспевать. Не, в Санторишках. Пришло восстановление сего. Бог своим словом выжигает все невея и смелая. Заявляю права на наследие мое, что мне принадлежит. Вера, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, брата любви. Сам Бог, чтоб за нас воевать, бессилен больше дьявол меня в рабстве держать. Нет ныне осуждения мне уже никакого. Живу я не по плоти, а в свете Его слова. Постановлю я все и воздам за те годы, что сарача, жуку, синица, червь пожирали. На сытости я хлеб, и славлю я Бога, и знаю, очень скоро уже буду дома. Пророка жизнь не пример, как сокрылся волк барсучий кожах и потряс всю землю. Я уразуметь хочу, что за тайну он имел, как этого достичь. Тесного хождения жажду я с тобой, тайны раскрывай, что получил я разум твой. В слове пребываю, книгу я вкушаю, обновляясь каждый
с небесом Бог, чтоб за нас воевать. Бессилен больше дьявол меня в рабстве держать. Нет ныне осуждения мне уже никакого. Живу я не по плоти, а в свете Его слова. Восстановлю я все и воздам за те годы, что саранча, жугу, синица, черт пожирали. До сытости я хлеб, и славлю я Бога, и знаю, очень скоро уже буду дома. Хоть семь раз упаду, но встану, Божьей праведностью стал я, за меня Он жизнь отдал искус. Блин чистый без греха, за завесой якорь держит и хранит меня. Море забвенья, брошенные грехи, сколько враг бы не искал, не сможет их найти. Вот такая благодать незаслужена, как хочу, Иисус, благодарить Тебя, хвали. Сошел с небесом Бог, чтоб за нас воевать. Бессилен больше дьявол меня в рабстве держать. Нет ныне осуждения мне уже никакого. Живу я не по плоти, а в свете Его слова. Восстановлю я все и восстам за те годы, что саранча, жугу, синица, червь пожирали. До сытости ем хлеб и славлю я Бога, и знаю, очень скоро уже буду дома. И знаю, что очень скоро уже буду дома. Пусть Бог благословит вас. Тут поступила еще одна нужда от Максима с Наташей Черноивановых. Она просила поддержать ее. Она уже в родильной палате. Вот, я думаю, скоро это разрешится. Я думаю, это хорошее время после такого благословенного слова, чтобы мы могли поддержать эту семейку и нашу сестру с Максимом. Давайте склоним головы. Скоро у них должен появиться на свет еще один ребеночек. И они просят, чтобы мы их поддержали. Дорогой Небесный Отец, Ты так благ, Господь. Ты никогда не опаздываешь. И мы хотим принести нашу сестру Наташу, Господь. Благослови ее, пожалуйста. Пусть руки Господа, Господь, руководят этими родами, Господь, чтобы все бы разрешилось бы Твоим бы путем, усмотренным Богом путем, Господь, мы просим. Господь, надо ли ей будет еще полежать в этой палате, чтобы она бы, как брат Павел говорил, не нервничала, чтобы она была бы, Господь, под Твоим покровительством, как Сара, что время проявления настало, Господь Иисус. Мы отдаем ее в руки Господа с этим шаломом, с благословением, Господь, чтобы, Господь, все бы прошло бы под Твоим водительством, под Твоим благословением, Господь Иисус, чтобы этот ребеночек появился на свет так, как нужно, Господь. Усмотри, Господь, это все. Руки акушерки, там, врачей, Господь, чтобы кто бы это ни окружал, чтобы это было бы под Твоим благословенным присутствием. Мы просим, Господь, убери от нее всякий страх, Господь. Благослови, Господь, чтобы и брат Максим наш, Господь, там он остался с ребеночком. Пусть это будет, Господь, также под Твоей любовью и под Твоим надзором. Мы эту замечательную нашу сестричку веряем в Твои святые руки. Разреши все, Господь. А мы уже благодарны, что, как Ты сказал, они только вас зовут, а я уже услышу. Будут просить, а я отвечу. Отец, мы это принимаем согласно Твоего слова. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте дальше поклоняться. Аминь. Все мы что-то отражаем, слышим эту весть. Вышний мир на нас влияет, он реален здесь. Тенью тела слова стали Божьи сыны.
радостью должны поспешить к совершенству. Хочет Бог в нас проявляться, но должны Ему мы доверяться, быть под главенством, чтоб Он через нас делал все своим путем. Мальчик пять хлебов двери и Господу принес. Он не знал, что через это совершит Христос. А Иисус то дарование веры преломил. Теми же пятью хлебами толпы накормил. Поспеши к совершенству. Хочет Бог нас проявляться, но должны Ему мы доверяться. Чтоб Он через нас делал все своим путем. Все дары, что мы имеем, Господом даны и отражают многогранно Божество они. Малое то, что имеешь, Господу отдам. Он произрастит в избытке чудный урожай. Поспеши к совершенству. Хочет Бог в нас проявляться, но должны Ему мы доверяться, быть под главенством, чтоб Он через нас делал все. Бог сегодня и вовеки тот же самый, как вчера. Если скажешь слово «веруй», и подвинется гора. Перед силой откровения сатана не устоит. Лишь исповедуй то, что в слове о тебе Бог говорит. Я распознал свой день, я распознал свой час, распознал то слово Богом данное сейчас. Сам Мелхиседек нас вперед ведет, словом исполнение Он в церкви приведет. О, Авраам Ему поверил. Авраам Ему поверил. Бог поправит нас менее для людей, что невозможно, на земле Бог проявит. Посещение у Дубравы Авраам смог распознать, и сегодня той же верой обладаем мы опять. Я распознал свой день, распознал свой час, распознал то слово Богом данное сейчас. Сам Мелхиседек нас вперед ведет, слово в исполнение Он в центре приведет. Божьи все обетования неизменны и верны. Вскоре мы приблизиться должны. От посланника седьмого передала сфера нам. О, мы проявленное слово. О, Господь, спасибо тебе, что изрек наш Авраам. Я распознал свой день, я распознал свой час, я распознал то слово Богом данное сейчас. Сам Мелхиседек нас вперед ведет, словом исполнение Он в центре приведет. О, давайте еще раз. Бог сегодня и вовеки.
Бог сегодня и вовеки, тот же самый, как вчера. Если скажешь слово «веруй», и подвинется гора. Перед силой откровенья сатана не устоит. Исповедуй то, что в слове о тебе Бог говорит. Я распознал свой день, я распознал свой час, я распознал то слово Богом данное сейчас. Сам Мелхиседек нас вперед ведет, словом исполнение Он в церкви приведет. Пусть вас Господь благословит, идите с этим исповеданием, что о вас говорит Слово.